Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский парк. Так, забираем с тобой здесь награды. Так, собрать 3000 еды. Когда я успел собрать, ума не приложу. Так, соберите из динозавров не меньше 1000 монет. Так, ПВП. Разместить, погладить, покормить. Вот как. Так, у нас еще пак здесь с тобой есть. Давай-ка мы его откроем. 10 долларов, 60 ДНК и хавчик. С едой, как всегда, у меня проблемы. Плюс 15 очков доверий. Начать пробный период. Так, бесплатная пробная версия на 7 дней. А затем 599 рублей в месяц. Получить сейчас. Давай. Продолжить. Так, ну что, друзья мои, я получил тиранозавра. Так я понимаю, да? VIP-календарь, это все понятно. Строить место производства ДНК. Так, погоди-ка секунду. Мы еще можем с тобой за рекламу посмотреть. Ну-ка. Так, 75 ДНК, еда и монеты. Так, ну что, бонус за подписку. Так, ребята, я сейчас хочу посмотреть, а смогу ли я отказаться от этой подписки. Так, бесплатно. Ну, это мы уже, получается, открылись с тобой, да? Бесплатный пак. Так, точно. Ну что, давай я, наверное, сюда вот поставлю. Место производства ДНК. Собирайте ДНК чаще, чтобы улучшить место производства ДНК. Получайте еще больше ДНК с каждым улучшением. Вот так вот. Производство ДНК завершено. Так, забираем здесь награды. Еду. Кстати, еду нужно, ребята, опять же поставить на производство. Монеты, все дела. Слушай, а вот это что такое, ребята? Босс через 3 дня, 14 часов. Что за босс? У нас еще появится там, а? Скажи-ка мне на милость. Так, заберем здесь. И здесь заберем деньги. Так, тут у нас построилось. Так, я сейчас пойду, друзья мои, и гляну. Надо попробовать отменить подписку. И вообще, можно будет ее отменить. Так что через секундочку увидимся. Так, ну что, друзья мои, я отменил подписку, но там такой интересный факт. Написано, что подписка будет отменена 5 июля. И в то же время первый платеж будет, да, тоже 5 июля. То есть, интересно, с меня снимут деньги или нет? Пока неизвестно. Но в данный момент у меня идет пробный период. 7 дней, как ты понимаешь, да? Видимо, по истечению его у нас и отнимут уже, как говорится, подписку. А пока 7 дней, то есть неделю, мы можем с тобой пользоваться привилегиями. Надеюсь, это так. Что у нас здесь с тобой? Так, забираем. Это у нас кто? Дилофазавр. Помню, помню такого. Так, помещаем. Здесь забираем награды. Так, погладить животных. Это все мы сделаем. Так, здесь нам нужно выиграть в схватке 16 уровня, ребят, ну там что-то больно люто как-то. Я заходил, смотрел. Так, и забираем с тобой анкилозавра. Вот так вот. Поместить. Куда бы тебя поставить? Давай вот здесь, наверное, его разместим. Пускай он тут находится у нас. Прокачать чуть-чуть. Ну, до 10 уровня, как минимум. Какой рынок? На рынке у меня его нету. Да, ребята, я сделал себе ангалозавра. Все-таки я соединил. Сделал гибрид. Так, этого сейчас мы погладим. Все. Выполнили мы это задание. Так, принять участие в ПВП и покормить еще одного динозавра. Сейчас посмотрим, кого тут нам можно и стоит вообще кормить. Тропиогната. Все. Так, хватит мне... Ага, еды нету. К сожалению. Ну что, пойдем с тобой на ПВП бой. Больше нам пока ничего не остается. Так, по событиям, ребята, давайте посмотрим, что у нас тут. Только для обычных. Ага. И землетрясение. Это птерозавры. Так, обязательно сыграем, но попозже чуть-чуть. Сейчас пойдем с тобой в ПВПшку.
Хм. Нифига себе, анкилозавр у меня уже на втором месте стоит. Вау. Это круто. Так, и возьмем с тобой, наверное, вот этого. Так, давай смотреть, кого против нас выставят. Ищется соперник. Твою дивизию. А вот это плохо. Так, ну здесь я думаю, что тут все понятно, да? Мы с тобой берем дополнительный бонус. Так, он, наверное, поменяет сейчас. Ну, естественно. Так, смотри. Если я сделаю ему две атаки, а я их сделаю. Блин, у него хищник, да? Давай, наверное, сделаем с тобой две атаки. И вот так. Поехали. Убрали с поля. Афиакадон. Так, это отвернулся, да? Ну что он будет делать? Менять? Или будет атаковать? Так, друзья мои, давайте еще, наверное, три атаки сделаем. Даже четыре. Я, кажется, понял, что он делает. Ребята, он взял себе дополнительные очки. И у него сейчас их будет 6 штук. Ну да. Ну что, сколько он вливает в удар? Посмотрим. Ему нужно как минимум 3 атаки. Ну да. Ну а после этого ему, конечно же, кранты. Он возьмет себе 3 защиты. Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Он 100% себе взял 3 защиты. Блин, у меня как раз 3 атаки. Давай я рискну. Ах ты жучара. Все-таки да, ребята. Так, ну у него 4, что он сейчас делает? Если он сейчас все вольет в атаку, он меня победит. Трындец, а как же я буду с анкилозавром-то побеждать? Скажи-ка мне на милость. Хотя... Раз, два, три. Хватит, да? Да, хватает. Бумс. Все, ребята. Здесь мы с тобой победили. Такой чувак, да? С дубиной на хвосте. Офигенный динозаврик. Так, ну что, забираем с тобой, естественно, награды, потому что мы прошли с тобой. Так, крутим. Приз умельца уже у нас. Был раньше приз новичка, теперь я уже умелец. Так, друзья мои, на рулетке у меня вылетела игра. Ну, как ты видишь, 120 очков доверия нам дали. Так, это все закрываем и забираем здесь награды. Так, открыть пак. Открываем. VIP-набор 240 ДНК. Опа, опа, это кто у нас? Диплодок редкий. Вау. И еще 130 очков доверия. 260. Ну это круто на самом деле. Так, а что у нас тут еще забрать? Ага, за то, чтобы с тобой приняли участие в PvP-боях. Победить в схватке 16 уровня. Это тоже нам нужно с тобой сделать. Так, ну, наверное, зайдем сюда и посмотрим. Подожди, нет, не сюда. Мне нужно вот сюда забежать. Вывести. Кого мы можем с тобой? Блин, тираннозавра, конечно же. $691, ребята. Выводиться он будет 2 дня 17 часов. Ты прикинь? Но я думаю, что он крутой. Ребят, пишите в комментариях, крутой вообще тираннозавр. Я знаю, что это легендарная карта. Так, место производства ДНК. Тут еще, ну, смотри, вип-завод по производству еды, вип-лаборатории генетики. Нифига тут. Для випа чего тут только нету. Может быть, месяцочек потом с тобой сделаем все-таки подписочку, а? Что скажешь? Пиши в комментариях. Или не будем. Так, а у нас схватки? События. Давай посмотрим, что у нас по событиям. Только для обычных. Битва за выживание. Будет еда доступна. Слушай, ну жарочка нам нужна. Поэтому как бы... Травоядный, я вам не завидую. Я же вас сейчас в порошок просто-напросто сотру. Так, ну не забывай, что это первый поединок. А их нужно будет три сделать, чтобы выиграть пак.
Угу. Ну давай я сделаю бонус. Да, травоядным будет тяжело, конечно, против хищников. Смотри, 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 что делает. Я тебя понял, парень. Но теперь лови плюшку. Так, 2 и 1. Марш с поля. Так, выходит у нас бронитозавр. Что-то, ребята, я сомневаюсь, что такой был динозавр именно такой раскраски, прям фиолетовый, желтый. Поехали, сразу все влупляем, ребята, ему крышка. 538 дамага, прикинь. Вот тебе и Гуан-Лунь. Молодец, победил. Красавчик, зеленые глаза, все дела, да. Такой хитрый, прищуренный взгляд у него. Ну, взгляд хищника, одним словом. Так, ну что, мы с тобой получаем здесь ДНК. И только не надо вылетать, пожалуйста, а, игра. Идем на второй поединок, ребята. Здесь у нас, ага, Колобаринг и Гуан-Лунь. Против Колобаринга пойдет у меня блин, как у них вот это выговаривать тяжело. Аргентинозавр. Вот, а против хищника пойдет, я думаю, что, нет, не ты, Лимносцелис. Вот его я возьму. Я думаю, что здесь, в принципе, можно, ребята, выиграть. Единственное, чего я боюсь, если он сейчас делает замену на Гуан-Луня, это будет плохо для меня. Ну-ка, смотрим. Нет, он стал атаковать. Так, сколько нам нужно сделать ему? Так, он одну атаку, да, провел? Одну. Значит, сделаем с тобой вот так. Я так и думал, что он в защиту встанет. Но, как понимаешь, это ему не помогло. Так, а вот здесь вот, да, здесь сейчас он, ребята, если две атаки сделает, ничего не стал делать. Меняем тогда. Тогда мы с тобой здесь меняем и вперед. Ах ты, жук! Ты прикинь, как он меня наколол, а? Вот сейчас будет, наверное, больно. Хотя нет, ребят, 24 всего лишь урона он наносит. Поехали. Мне нужно его как можно быстрее ушатать. Все, ему крышка. Фу, ну что я тебе скажу. Второй поединок тоже у нас удачный. Остается еще один провести. Если он будет хорош, мы с тобой получаем пак с едой. Еды там дадут, ну, где-то под соточку будет, я думаю. Блин, код 19 загорелся. Ну что, давай тогда отправлять нашего чувачка, Оуэн. Да, в этот раз прошло все хорошо. Сколько раз ребят не отправлял, у него все время все хорошо проходит. Что вот здесь моргает забрать? Я не могу понять. Ведь ничего нету. Что я могу забрать? Супер ДНК открыть на 25 уровне. Интересно, что это там за супер ДНК еще будут у нас. А ты видишь, смотри внимательно. Здесь почему-то 61. Что значит 61? Задание. Непонятно. Так, а на рынке нас вывести? Вот, стегоцефала, ребята, я получил за конец сезона. Надо его выводить. Активируем, да? Сколько? 17 минут. Ну, это быстро, в принципе-то. Не так долго ждать. Ну что, поехали дальше. У нас события и еще одна битва. Тут кто у нас? Колобаринг и Ютараптор. Ютараптор — это хищник у нас, поэтому я знаю, 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 что ты скажешь. Зачем ты тратишь доллары? Ребят, ну а по-другому как? Как по-другому с ними драться? Все. Так, значит, берем первого этого, второго вот этого. Поехали. Если он, конечно, не заменит на первом ходу на Ютараптора этого, то будет все отлично. Так, бонус берет. Да, он меняет. Ох, ёк-макарёк. Удар он, наверное, сделает. Точно. Значит, получается, один он взял либо в защиту, либо в бонус. У нас с тобой вот такой есть вариант. И сделаю я две атаки. Пока. Не повезло тебе, бро.
Но он, наверное, накопил себе очки, так ведь? Нет. Что-то здесь, ребят, не то. Либо он взял в защиту, либо взял по очкам. Давай проверим. Ах ты, жук ты навозный. А вот это плохо для меня, друзья мои. Сейчас он... Он, наверное, будет атаковать. Да. На все три. А как же мне теперь вот этим вот победить-то его, а? Скажи-ка на милость. Я не знаю, ребят. Сможем пробить? Есть. Вот и славненько. Значит, пак у нас с тобой в кармане сейчас будет. По-другому и не скажешь. Так, заберем. С едой. И начну прокачивать кого-нибудь. Надо посмотреть только кого. Открываем. Так, 25 тысяч, 25 тысяч. Ну да, я тебе говорил, где-то под соточку, ребят. Плюс 130 очков. И на 2 260. Ух. Так, следующее событие там у нас идет какое? Птерозавры. А что здесь разыгрывается? Бронитозавр. А как раз мне еще один нужен, да? У меня один есть. Чтобы его скрестить, нужен еще один. Так, давай посмотрим. Ты серьезно? Окей, погнали. А, только птерозавры. Зашибись. Хм, и кто у меня из птерозавров такой самый мощный, самый сильный? Вот этот только. Я думаю, этого достаточно, да, будет? Текущий кома... А, два из трех, нужен еще один. Слушай, а почему так много-то? Почему мне так много дают динозавров против одного аргентинозавра? С чем это связано? Ну, давай я возьму тропиогната еще, раз такое дело. Прикинь, такой малыш, да, и такая машина. Мне достаточно один удар ему сделать, ему крышка, ребят. Вот и все. Победа. То есть я сейчас получаю именно этого динозавра. Но вывести его не смогу, потому что у меня нет свободных ячеек. Так, 15 ДНК. Опять, видишь, ребята, игра подлагивает. Ага, вот оно что. Не так все просто, ребята. Три поединка нужно. Ладно. Так, ну, допустим. Так, нам нужен будет один хищник. Я думаю, вот этого, наверное, будет достаточно, да? Одного. Дилофазавра возьму с собой и... Топижару. Чего? Блин, нужно два птерозавров. Тогда убираем дифалозавра и берем с тобой... Аланку, да? Да, возьму Аланку. Так, ну я думаю, я надеюсь, ребята, что хищники мои, естественно, да? Которые против травоядных устроят здесь ему карнавальную ночку. Единственное, что не хватит у меня очков. Так, ну даже если он ударит, это будет просто как, знаешь, комариный укусик для нас. А вот теперь влупляем. Две атаки, я думаю, будет достаточно. Ах ты жук-то навозный. Все-таки взял защиту одну, а? Ну и что он будет делать? Атаковать на три? Это зря. Это, парень, зря. Ну что, проводим с тобой одну атаку. Остальное все вливаем сюда. Тыч. Упал шкаф. Так. Пеликанимим. Ну ты... Воу-воу-воу-воу-воу, тише-тише-тише, бро. Такой взял своей лапой меня, звезданул. Это уже, ребята, просто от нечего делать. Прикинь, сейчас сколько дамага он получит. 1063. Вот так вот. Слушай, у него какие-то типа наподобие крыльев, я смотрю, да? Там висит. Видел? Лапы и на ней как крылышки такие.
Но он все-таки хищник. Так, нет, он был летающий, по-моему, да? Так, друзья мои, нам нужно еще с вами сделать один поединок. Галимим и Танзиангозавр. Танзиангозавр. У меня, по-моему, летунов-то больше не осталось. Как игра подлагивает все-таки, а, друзья мои? Как она подлагивает. Хорошо, что в поединке нет таких лагов. Так, я должен взять... Сколько там летунов? Наверное, две штуки, как обычно. Так, Аланочка у меня в откате. Не знаю, посмотрим. Так, и Гуаньлунь тут не прокачанный. Так. Господи, да почему ж ты так лагаешь-то? Что с тобой не то? Блин, я не знаю, ребята. Мне, наверное, надо брать Дилофазавра, я думаю, да? И плюс Колобаринха. Вот таким вот образом. Поехали. Как думаешь, победим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Атака, ребята, у него атака. Нам нужно с вами срочно менять. Вот так вот. Он берет бонус. И две в атаку сразу же. Смелый парень. А нам нужно... Блин, нам тоже нужно, ребята, две атаки, чтобы его уничтожить. Так. Выкинули его с поля. Танзиангозавр прибыл. Так, ну что, я думаю, наверное, ребята, также сделаем с тобой три атаки и ему крышка. Ах ты жук. Он поставил защиту, подстраховался, да, все-таки? Слушай, сможет он уничтожить? Вряд ли. Поехали. Не-не-не-не-не, все, иди отсюда. Вот так вот. Офигеть, да? Откуда у него такие штуки? Тут вроде бы их не видно. Такие локаторы выпетрушивает. Ну что, у нас, как всегда, обычно с тобой ДНК получаем, да? А, наборчик сразу. ДНК. Так, еда. И бронитозавр. 65 умножаем на 2. 130 очков доверий. Слушай, ну таким образом... Чего? Открыта награда. У вас есть бронитозавр. Подожди, а разве у меня его не было? Он теперь на рынке, говорят, доступен. Хм. Так, 2 из 5. Схватка чемпионов. Окей. Так, ПВПшка, ну на ПВП нам с тобой нет. Вот, ребята, VIP-доступ, без ограничений. Ага. Слушай-ка, ну давай, попробуем. Раз. Ага, тут играем мы с тобой за очки. За очки доверий. Хм. Так, бесплатно возвращаем. Так, против хищников водоплавающего, конечно, надо взять одного, да? У нас есть один? Да хватит так тормозить, что ты тормозишь? Ты до этого так себя не вела игра. Ты серьезно, что ли? Ну что, ребят, давайте посмотрим. Без ограничений, то есть тут нет ограничений, да? Играй сколько хочешь. Ну что, я думаю, одного удара будет ему достаточно. Пошел с поля. Ютараптор отдуплился. Так. Тирана Титан. Ну что ты мне сделаешь? Ну что, что ты? Такой здоровый, я... Такой слабак. Кулазух выдерживает эти удары. Шутя. На-ка, получи. Пощечину получил. Так, и последний. Тоже Тирана Титан. Сейчас мы и ему, ребята, тоже. Ой-ой-ой-ой. Напугал. Просто напугал. Влупляй ему по полной программе. На, 653 урона. Прикинь. Победа. Так, и сейчас я хочу посмотреть, что за это нам будут давать. Наверное, тоже рулетка обычная, да, которую крутишь, скорее всего. Ну-ка, проверим.
Деньги. И еще один бронетозавр. Ха-ха. 130 очков доверий. Так, ага, VIP. VIP, ребята, почему-то закрылся. Через 14 часов только откроется. Схватка 16 уровня. 690 ДНК. Ребят, ну здесь я пытался. Но пока мне тут рановато. Гуаньлунь у него прокачанный, как ты видишь. Диплокаулус тоже прокачанный. Ну и Пеликанитерикс. Ребята, он у него, как это сказать, это гибрид. С ним тоже мне пока тяжеловато будет. Что вот здесь-то все-таки, а? Заберите. Что я должен забрать? Ничего нету. Рынок моргает. Что на рынке? Вывести. Так, ох ты, диплодок, ребята. Давай активировать, пускай выводится. Диплодок у нас редкий, значит, он намного лучше, чем обычные вот эти вот наши динозавры. Я уже на арене это почувствовал. Что за новинка? А, фига себе. Бронемата 10 уровня. 9799. И это кто-то берет? Птичий мир. Слушай, я думаю, ребята, тут в этой игре, наверное, донатеров хватает. Потому что эта игра очень старенькая, и она до сих пор еще, как ты видишь, не закрылась. Потому что выгодно, выгодно ее содержать. Так, стегоцефал. Естественно, помещаем. Водные нам нужны. У нас и так с ними большая проблема. Так что лишним он не будет. Это уж точно. Так, расчистили место. Ну, следующее, ребята, нам место будет доступно, если мы с тобой выиграем в схватке 16 уровня. Что я очень-очень, ребят, сомневаюсь. ПВП. Две ПВП битвы у нас. Блин, были бы у меня доисторические вот эти вот животные, я бы сыграл бы лучше бы вот здесь. Но их у меня нету. Так, 2, 3 из 5. 3 из 5. Столкновение. Пока мне не светит. Что за босс-то, а? Как на него посмотреть? Чтобы начать эволюцию, откормить динозавров до максимального уровня. Так, у нас с тобой еще, ага, статуя трицератопса. Надо ее разместить. Она дает прибавку? Прибавку. Вот здесь вот пускай стоит. Отлично. Так, а еще что-нибудь там можно построить, нет? Так, фигура Верацераптора. У меня ее нету. Так что можно, в принципе, поставить. Куда? Вот сюда вот? Слушай, ну да. Здесь и будет отличное местечко. Бонусы, ребята. На 4%, на 2%, на 2%. Отлично. Это, естественно, все по финансам. Майонгозавр нам еще нужен. Я хочу еще одного сделать 40-го, ребята, чтобы прокачать нашего гибрида. Естественно, чтобы его прокачать, нужно опять же эту комбинацию провести не один раз. Вот он. То есть, чтобы его сделать 20-м, нам нужен еще один такой же. Полностью. А уж я там не знаю, какой там будет супер последний гибрид, но я думаю, очень мощный. Ну что, друзья мои, наверное, на сегодня пока мы и закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!